Как я и обещал, будем разбирать вот этого вот Samsung. Да, сейчас кто-то начнет вякать, что на ковре. Ковер старенький, так что ему уже ничего не страшно. И, как обычно, для любителей Samsung. Видите, да? И нет, я не брезгливый. Это нынешнее поколение слишком нежное. При виде вот такой вот пыли в обморок падает. Хотя в головах грязи побольше, а во рту еще больше. Фильтр вроде бы стирали. Хотя, может, и не стирали. Видно, что уже залазили в пылесос, зачем-то сажали все вот это вот на герметик. Внутри, как видите, тоже грязь, пыль, запах, двигатель. Видно, что горел. Воняет паленым довольно-таки сильно. Скорее всего, уже не подлежит ремонту. Но в любом случае, это мы все помоем. Сейчас к тому же все это просто делается. Мойкой высокого давления во двор вышел, обстрелял. Просохло это все. И готово. Плату можно мыть под краном. Опять же, это относится к хейтерам, которые говорят, что вода попадет и кирдык. Кирдык будет, если здесь эта плата будет подключена. Если вы помоете, потом высушите хорошо, не меньше суток, даже если в кнопку вода попадет, ничего страшного не случится. Абсолютно. Высохнет. Кнопку хорошо после просушки снять, она вот здесь вот на защелках. Главное, чтобы пружинки не потерялись. И смазать. С завода туда смазку и не ложат. Ой, ужас. А если ее ложат, то она уже давно с пылью смешалась. Кнопка не герметичная. Поэтому смело моем, споласкиваем щеткой, хоть с зубной, хоть с любой. Потом это все начинаем сушить. Вот. Ну и очень хорошо тут провод прицепили. Как я уже говорил, это я купил на запчасти, как сейчас модно выражаться, по дешману. Ну вот, по дешману приобрел. Еще я уже тоже современный, крутой сленг вроде выучил. Вот, далее ему готь. Что тут еще показать? Продолжение, скорее всего, снимать буду, потому что все-таки у меня в планах восстановить его, так как шланг, в принципе, все имеется, щетки имеются. Корпус очень даже неплохой. И к тому же здесь есть регулятор. Регулятор имеется на самой трубке, на самом шланге. Что тоже является плюсом. И вот эти вот фильтра в Китае продаются без проблем. Их можно приобрести. Что входной фильтр, что на выходе. Кто спросит, в чем суть этого ролика? А суть в том, чтобы показать, как бывает ремонтирует, что туда пихает и в каком состоянии моторные отсеки у этих самсунгов. Хотя как хвалят эти кружки. Делайте выводы, господа. Всем пока.